Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 220. Сравните величины. Повторяем перевод одних величин, единиц измерения, в другие. Итак, ам. 14 метров и 138 дециметров, 10 сантиметров. Переведем все в сантиметры. В одном метре 100 сантиметров. В 14 метрах будет 1400 сантиметров. В одном дециметре 10 сантиметров. В 138 дециметрах будет 1380 сантиметров. И еще 10 сантиметров. Это будет 1390 сантиметров. А теперь можно сравнить. 1400 сантиметров больше, чем 1390 сантиметров. Значит, 14 метров будет больше, чем 138 дециметров, 10 сантиметров. Б. 835 сантиметров и 100 метров. Давайте переведем метры в сантиметры. Итак, 835 сантиметров. В одном метре 100 сантиметров. В 100 метрах будет 10 тысяч сантиметров. Десять тысяч сантиметров будет больше, чем 835 сантиметров. Значит, 835 сантиметров меньше, чем 100 метров. В. 12 тонн и 10290 килограмм. Перейдем в килограммы. В одной тонне 1000 килограммов. В 12 тоннах 12000 килограммов. И 10290 килограммов. 12000 килограммов будет больше, чем 10290 килограммов. Значит, 12 тонн будет больше, чем 10290 килограммов. И Г. 2 часа 12 минут. Переведем в минуты. В одном часу 60 минут. В двух часах 120 минут. И еще 12 минут будет 132 минуты. И 212 минут. Теперь можно сравнить. 132 минуты будет меньше, чем 212 минут. 2 часа 12 минут будет меньше, чем 212 минут. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.